Он идет многофункциональный бочоночек. И это было самое-самое первое средство в компании Oriflame. И этот бочоночек, он был именно как крем под глаза. Поэтому, девчонки, не бойтесь вот это средство наносить под глаза, как масочку на ночь. Да? Просто берете, открываете, ну, не знаю, там, чем-нибудь. Я обычно это делаю карандашом. И под глазки, да, и вот такую вот масочку прихлопывающими движениями. Также это можно наносить сюда на кутикулу, да, просто вот так берем, распределяем и втираем. Очень классно кутикула увлажняется, и классно эта штучка работает именно в этом варианте. Можно наносить на кончики волос. Вот как раз у меня сейчас тоже очень много масла нанесено. Перед мытьем головы я всегда наношу большое количество масла, потом мою. Вот, поэтому вот это тоже можно использовать как маску для волос. То есть вот, ну, где-то примерно вот на такую часть волос вы наносите вот этот вот бочоночек. Ну, ходите там часика полтора-два и потом просто смываете. Очень тоже классная штучка. Если хотите увлажнить, например, локти, коленки, на ногах, да, там пяточки, вот это средство очень-очень помогает. То есть это не только средство помазать губки, да, увлажнить губки, но и средство многофункциональное. Например, вы обожглись или у вас ребенок обжегся, ну, не такой ожог, да, чтобы там прям волдыри, да, ну, легкое какое-то покраснение. Тоже взяли этот бочоночек, быстренько раз-раз-раз место ожога помазали. Или там комар укусил, муха укусила. Раз тоже этим бочоночком все быстренько смазали, снимает зуд. Вот, и еще что он делает. Так. А, я это средство использую как вместо акселиновой мази. То есть беру на пальчик и ребятишкам своим прямо туда в носик мажу. У меня эти бочонки в каждой сумке лежат. Но вчера вот я вот этот шоколадный открыла. Вот, и прям хожу этим ароматом, наслаждаюсь. Так что, девчонки, вот этот бочоночек, он должен быть у каждого в семье. Ну, пару штук точно.